Наталья Ивановна Мальцева работает в дошкольном образовании 37 лет. Выбор в пользу профессии воспитателя сделала осознанно еще в школьные годы. Закончив Муромское педучилище, по распределению Наталья Ивановна попала в Саров. Потом воспитатель получила и высшее образование по своей специальности. Наталья Мальцева признается, что настолько сроднилась с детьми, что в другую профессию уходить и не хочется. Ребята каждый день дарят воспитателю ни с чем не сравнимые эмоции. Были такие моменты, допустим, день рождения у меня. Заранее эти старшие дети, маленькие, конечно, нет, а старшие, они уже знают, готовят какие-то подарки, спрячут друг от друга. И не знаешь, приходишь, и они вот своими этими подарками так поздравляют, воодушевляют. Очень приятно. Вот это вот были такие моменты свои. И они вот говорили, вы храните. Они даже мне эти вот подарки, некоторые, до сих пор хранятся. Рисунки или поделочки маленькие. Светлана Михайловна Юняева начала свой педагогический путь с младшего воспитателя. Ребятишки вдохновили ее своим позитивом, энергией и радостью. Поэтому Светлана Михайловна решила посвятить свою жизнь детям. Отучилась на воспитателя и теперь 8 лет работает в детском саду номер 31. Дети, они наполняют нашу жизнь добротой, светлостью, такой лаской. Ну, как-то без детей, мне кажется, и жизнь такой вот. Это такая, не такие маленькое существо, которое вот хочется вот там где-то погладить, приласкать, обнять лишний раз. Это прям вот счастье, как говорится. Дети – это наше счастье. Каждому ребенку Наталья Мальцева и Светлана Юняева находят индивидуальный подход в соответствии с развитием, характером и потребностями ребят. Как сказали нам воспитатели, самое сложное в работе – это документация, различные планы, курсы и отчеты. Ну а самое радостное – видеть счастливые глаза детей и результат своих трудов. Именно из-за этого воспитатели и преданы своей профессии. Приходишь без настроения, да, а дети тебя там начинают гладить, ласкать, целовать. Сразу вот… Ну, настроение поднимается, и жить хочется, как говорится. Занятия, праздники, соревнования. То есть вот именно больше так практика. Вот это да. Вот это за это мне хочется сказать, что я правильно шла путь, пошла сюда работать. Канал 16 поздравляет педагогов дошкольных учреждений с их профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и любить свою профессию все больше с каждым днем. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.